Прогуливаясь по зоопарку, Николай Валуев не заметил, как возле клеток с обезьянами 5-летний мальчик гладил его и пытался угостить бананом. Жалко, здесь нету Николая Валуева, он бы, возможно, опроверг ваше утверждение. Малая земля, Батайск. Если залить доширак святой водой, проявится надпись «Не ешь». Сборная Дагестана. Новости спорта. Боксеры не ставят своих детей в угол. Они их туда загоняют, зажимают и дорабатывают длинными сериями ударов. Горячий кавказский юмор. Спасибо. Лиза. Молодежная сборная Омск. Мальчик, игравший около бетона мешалки, с каждой минутой играл все медленнее и медленнее. Ростов-на-Дону. Тульский бродячий цирк. С каждым годом все больше бродячий и все меньше цирк. Сборная Алтайского края, Барнаул. 8-летний Никитка очень удивился, когда на день рождения подвыпивший папа пожелал ему прожить еще столько же. Итак, 0,5 балла получает команда КВН. Другой мир, Луганск. Продолжаем. Прошу, малая земля, Батайск. Мэр Капотни не только пообещал горожанам новый храм, но и, сняв рубашку, продемонстрировал его проект. Сборная Дагестана. Новости науки. Ни цитологии, ни генетики, ни науки, ничего нет у нас. Молодежная сборная Омск. Казусы профессии. ОБЖшник от Бога потушил горящую пятиэтажку пиджаком. ЮФУ, Ростов-на-Дону. Во время учений спецназа на занятия по маскировке либо никто не пришел, либо все прям молодцы. Сборная Алтайского края, Барнаул. Наблюдение команды, прилетевшей издалека. Судя по цене на бутерброд с семгой в аэропортах Москвы, эта семга сама летела бизнес-классом и ела на обед семгу. 0,6 балла получает команда КВН. Малая земля, город Батайск. Продолжаем. Дагестан. Сапожник из Махачкалы матерится только в двух случаях. Когда попадает по пальцу молотком, и когда не попадает по пальцу молотком. Молодежная сборная Омск. Туповатая Анжела дождалась парня из армии, потому что у него ее флешка. Ростов-на-Дону. До сих пор продолжается скандал с Лондонской Олимпиады. В допинге обвиняется кубинская спортсменка. Кровь пока ничего не показала, но и копье до сих пор не приземлилось. Сборная Алтайского края. В этом году администрация Барнаула выделила на дороге 1 миллиард 376 миллионов рублей. Оказывается, все эти годы они не воровали, а копили. .7 балла получает команда КВН. Сборная Дагестана Махачкала. Продолжаем. Молодежная сборная Омск. Когда мне было 12, ссадины на коленках ровесниц вызывали сочувствие, а сейчас хитрый взгляд и довольную улыбку. А какой с виду невинный мальчик-то? Прошу, ЮФУ, Ростов. После того, как учительница почувствовала под попой не кнопки, а чью-то ладонь, она поняла, что ее класс стал уже совсем взрослым. Примерно из той же серии. И, пожалуйста, Алтай.
В одну из смен на автовазе закончились детали, но рабочие не растерялись и собрали машину до конца. 0,8 балла получает команда КВН. Сборная Алтайского края. Ну и что же, целый балл разыграем сейчас. Прошу, Омск. Управдом женился на слесаре. Теперь у них безграничная власть над домом. Ростов-на-Дону. На институтском конкурсе красоты судьи не смогли придумать номинацию, и одна из девушек стала просто мисс седьмое место. И балл ровно получает команда КВН. Молодежная сборная Омск.